И, наконец, конечно, второй повод. Есть у нас такой обычай всегда на полях Генеральной Ассамблеи собраться, обсудить. Да. Я предлагаю встречу просить в несколько неформальной форме, неформальной обстановке. Я, конечно, выступлю в национальном порядке также. То есть повестку не будем утверждать или как давние агрессии азербайджанского вооруженного посягательства населения, но и объектов гражданской инфраструктуры. По гражданскому населению велся целенаправленный огонь с использованием стрелкового артиллерийского оружия, беспилотных летательных аппаратов. По имеющимся подтвержденным данным в результате азербайджанской агрессии, это, я уверен, тест для ОДКБ на способность обеспечить безопасность и территориальную